Подключаемся. Еще гоним. Начну говорить только после того, как захочу говорить. Ну что, мои красивые, а, девчата, мои смелые ребята и также их родители. Я вас поздравляю, вы счастливые обладатели этой супер-мега-видеотрансляции. Знаете почему? Потому что мы сейчас сидим в такси. Это вообще овощ убитый. Мы поспали. И вот мы выезжаем на Лас-Вегас-стрип. Мы сейчас вам... Блять, куда он нас везет? Я хотел вам показать... Ну, пиздец. Короче... Мы едем в MGM Grand, потому что сегодня туда приезжает друг моего друга, диджей, диджей Ruckus. И он будет сегодня качать это дрянное место. Тёлки когда будут? Кто это спрашивает, ёпта? Матвиенко Дмитрий. Брат, тёлки будут, чё ты, не волнуйся. Всё мы вам покажем. Как же без них, мы же в Вегасе. Так вот, вот так вот сейчас выглядит, да? Вот мы уже, ёпта, натикало 5.57, по нынешнему курсу это дохера, 500 рублей, мы тут вообще как олигархи себя ощущаем, деньги не считаем, сегодня спустили косарь баксов за 5 минут в казиношке, вот смотрите, как тут все красивенько. Вот, короче, сегодня будем тусить, зажигать, веселиться. Хочется жрать, правда. Не успеваем, потому что вечеринка – это главное. Друзья, знаете, главное – это тусить. Вот есть силы – тусуйтесь. Есть силы – тусуйтесь. Нет сил – тусуйтесь. А жрать – пожрем на том свете. Конечно, мне не надоело веселиться, потому что я приехал всего на неделю. Ага. Зеркало с нами, зеркало всегда с нами. Не понимаю, о чем они, но как же и кисточка с нами, и зеркало с нами. Подкраситься там. У нас время позднее. Время 12 часов ночи. А у вас? 11 утра. Будут ли новые треки? Нет, не будут. Я завязал с музыкой. Мне музыка не нужна. Все. Можете от меня отписываться. Забудьте, кто я такой. Так. Стоим в пробке. Показываю вам улицу. Уже натикало 700 рублей. Всем вновь присоединившимся, еще раз здравствуйте. Я понимаю, почему вас так мало, потому что я не показываю сиськи. Ну, не свои, а телок. В казино спустили мы все. Для этого мы, собственно, и приехали сюда. Короче, следующая трансляция будет у меня, когда мы будем тусить. Взял с собой GoPro-шечку, буду дальше снимать все наши пати. Ой, короче, всех обнял, всех целую, всем хорошего дня. Ищите работу, где вам будут платить в долларах.